офицер. Добрый улыб ты, гость мой. Что ты так призадумался? Аль дети порвались, аль ястребы не злы, и с носу птицу не сбивают. Возьми моих. И тень крепко, и ястребы надежны, но соколу мне воле не живется. Что пленником себя ты здесь считаешь, но разве ты живешь как пленник? А не гость мой. И ранен битвы прикаяли, и вся дружина в плен. Не отдал на поруки, а у меня ты гость. Не бей по часу нас, как хану, что мое твоим услугам. И с тобой дружина тоже. Сознайся, разве пленники так живут? Так ли? Мне сокону здесь подвластно. Я грозою для всех был давно. Я храбр, я смел, страха я не знаю. Все боятся меня. Союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось бы. Хочешь ли пленницу с моря дальнего чагу невольницу из-за Каспия, если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. У меня есть красавицы чудные, после как змеи на плечи спускаются, очень черные влагой подернуты, нежно и страстно глядят из-под темных бровей. Что ж молчишь ты? Если хочешь, любую из них.